это он сам переживал какие-то драмы с теми персонажами, которых он себе сделал из своих знакомых, из меня и, как я полагаю, из всех остальных людей, которых он знал. Тот образ автора, повествователя, с которым мы знакомимся в текстах Довлатова, это не совсем не тот Довлатов, которого мы знали в жизни. Или не совсем тот Довлатов. Старались, когда его так и опубликовали, его повесть в юности, как полагалось, маленькой фотографией автора, и он написал портрет, хорош, годится для кино, но текст необычайное говно. Что касается этих гипотетических таких построений, что вот если бы Довлатова стали бы там побольше печатать, приняли бы в Союз писателей, то он бы стал таким бы советским писателем. Я, собственно, не вижу тут проблемы. Ну и что? Я не думаю, что само по себе это накладывает какое-то такое дьявольское клеймо на человека.